странная, конечно, потому что она плитой накидана, какой-то бетонной. Мне кажется, для грузового транспорта сделали. А, да? Плитами, да, укрепили ее. Кстати, можно мне объяснить кто-нибудь? У России много нефти. Асфальт сделан из нефти. То есть у нас, например, я знаю, что из-за того, что нефть дорогая, асфальт у нас старый очень часто. А у вас же нефть бесплатная. Почему асфальт не делаете? Здрасте. Это переправа Йоркина? Едем кашу варить. Йоркина. В Йоркина, да-да. А вы знаете эту кашу? Пробовали? Бывало. Сказали, что надо задом заехать в переправу. Почему? Почему? Почему, не понял, но надо. Здрасте. А мы едем кашу пробовать в Йоркино. А вы пробовали эту кашу? Пробовал. И как? Нормально. Да? Да. Сейчас таких уже не варят. Деревню Йоркино. Там местные жители готовят кашу, но они ее готовят по старинному рецепту. Ну, наверное, они это делают для туристов. Хотя непонятно, как туристы добираются. Ну, наверное, как и мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Димитрис. Почему вы все одеты в народном? У нас такая, программа. Какая программа? А вот встречать гостей здесь мы всегда так. А это ваш костюм? Это наш северный костюм. А-а-а. Кашу хочу. Потом. Вначале тут мы вас утомим, а потом накормим. Вот это я понимаю. Здрасте. Здравствуйте. Это что вы тут делаете? Я приду. А-а-а. Куделю вот раньше. Я тоже немножко научился это делать. А покажите мне начало, потому что я с началом запутался. О, Боже, как у вас получается хорошо. Ну, так с детства прелесток. Можно я немножко? А? Вот кругом, да? Кругом. Потом? Вот так. А-а-а. Это лен. Это лен, да. Прялочки держись, как матемки. Прялочка оденет, как куколку. Вот я, видишь, как сижу, как куколка. Как куколка? Да. Да. А сколько вам лет? Мне 87. Ого. Может быть, зайдем, а то Машка нас съедает. Так. А? На городских так очень хочет. Да, очень, очень вкусные. А мы, меня видишь, ползают, они не кусают. Не кусают. Они привыкли к нам, они нас берегут. Они знают вас. Да. Они нападают на чужих. Они нападают на чужих. Жито, ячмень, мы будем молоть. Вот у меня приготовлено. Это ячмень? Но это ячмень, это же не растет здесь. Здесь очень хорошо растет ячмень. А, да? У нас здесь пшеница не растет. У вас и местное пиво есть? Ну, делают когда-то. Да? Делали когда-то. А-а-а. Теперь-то нет. То есть это ячмень, она ячмень уже... Просушенный, вымытый, выпаренный. Значит, вот заправляем сюда в ячейку этого жерновов. Значит, здесь у нас два жернова. Все, да? Можешь все высыпать. Нижний – это неподвижный, верхний называется бегунок. Ага. И вот начинаем крутить. Давай, 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 давай,
пошло. А это мало, да, сейчас? Да. Это только на одну кашу. Да ладно. Вот мы сейчас все это сметаем. Получается, у нас тут дырка? Да, вот эта дырочка нам нужна. И дальше? Дальше. Следующий этап. Сейчас мы берем вот отсюда. Да. И будем просевать. Вот да. У меня тут сито. А. Значит, сюда. Сито? Ну, решето сито. Это и на греческом сито. Ну, и у нас также называют иногда. Такая... Решето чаще называют. Языки сейчас все перемешались. Да. Ну, ссыпайте прямо. Что тут подумают? Вот все. Теперь будем сеять. Вот так вот. Да. Все хорошо. Это мы выкидываем. Сейчас пойдем кашку есть. Вынеси уж на стол все. Ты у нас тут за хозяина. Это вот сюда уберу, чтобы туда мышки не залезли, чтобы чисто там осталось. Да, спать. Да, да, сюда. Так, вот там соль есть у меня. В берестяной коробочке. А, вот. Добавляем сюда соли. А вы сама едите эту кашу? Конечно, я на этой выросла каша. Сейчас-то мы это редко едим. А, вы это редко едите? А потому что сейчас и жито мы не растим. Вот как только жито, ну, ячмень. Ячменя. Ячменя мы не растим. Жито и ячмень это... Одно и то же. У них же хлеб, жито. Вот слово жить. Жизнь. Да. Я помню эту кашу, как в детстве нам мама готовила. А еще вот из этого ячменя мололи муку на мельницах. И из этой муки варили мусенку. Мусенка это что? Это такой суп из муки. А-а-а. Самый вкусный. Я помню, маленькая была у меня, у мамы спрашивала, мама, Сталин ест ли мусенку? А что, он ел? Не знаю, мне не сказали. Но, наверное, ел. Мне уж очень понравилась, наверное, она. Столько масла? А чего? Кашу маслом не испортишь. Заливаю кипятком. Кипяченой водой, крутым кипятком заливаю. Перемешайте. Вот сейчас размешаем. Немножко постоит. И каша готова. Пусть постоит. А это что такое? Сухло. А это ягоды брусники с водой и с песком. А надо туда? Нет. Мы сейчас вас научим, как есть, да. По-пинежски. Все, наверное, можно. Да, точно. Да еще перемешайте, да? Все, загусло. Загусло? Да. Само. Да. 20 секунд. Да. Садитесь все за стол. Прошу. И вот так ягоды. Так. Обычно у нас ели из одной чашки вся семья. А, так, как мы сейчас, да? Да, да, да. Как будто хлеб черный, но... Да, да, ну, из, да. Из него хлеб пекли, из этой муки-то. Ну как, кашка? Саша, давай. Это за маму. Как тебе? Очень вкусно. Да. Вкусно. Все, ваше желание выполнено. Да. Кашей накормили. Недалеко от Карпогор есть деревня Веркала. Она признана как одна из самых красивых деревень России. Но кроме этого, она важна, потому что она родина известного русского писателя Федора Абрамова. Я про него узнал через спектакль Льва Додина «Братья и сестры». Спектакль не видел, но он очень знаменит. Владимир, здравствуйте. Я Димитрис. Володя. Очень приятно, что встречаю вас. Вы племянник Федора Абрамова. Федора Абрамовича, да, да. Абрамова. Зря вы тут меня путаете этими проводами, голубушка. А то что? Что случилось? Так нет, я просто стесняюсь, как девочка. Видите? Вы читали «Братья и сестры»? Не читал. Худо, очень худо. Худо, потому что в Греции мы не знаем Абрамова. В Греции есть. В Греции, в Болгарии, в Югославии. Переводы. Переводы на его книги есть. У него на 60 языках. Боже, позор. Вы что? Это ведь
русский писатель известный, понимаете? Mm. Его очень ценили. Его вырастил мой отец. Четыре брата их было. Дяде Феде, самому младшему, да, он был. Было 2 годика, понимаете, когда умер у них отец. А-а-а. Михаил, он, да, он и называл, Федор Абрамов, Михаила называл брат-отец. Получается, вот ваш папа, он состоятельным был? Нет. Он, ну как сказать, состоятельный, обыкновенный крестьянин. А. Но раньше крестьяне были, знаете, такие крепкие, как можно сказать, зажиточные. А. И у вас сейчас руки большие. Так, руки большие, это у меня из-за того, что я всю жизнь шофером работал за баранкой, понимаете? Не понял. Баранка это? Руль, да, вот. История, кстати, повторяется. У меня вот отец-то, Михаил-то, да, умер 55 лет. Да. Я вот такой им был. Ну, во второй класс пошел. И Федор вырос в вас. И я, Федя, да, можно сказать, вырастил. Из уважения дяди Феди, памяти его, вот мы этот музей и содержим. Понимаете? Надо прививать, чтобы память о дяде Феде была вечной, понимаете? Он этого стоит. Он потому что был настоящий. Кстати, если бы дядя Федя рано не умер, я бы вам точно сказал, он бы был лауреатом Нобелевской премии. Mm. Понимаете? Плохо, что вы не читали «Братья и сестры». Роман, как бы вам сказать, автобиографичен, понимаете? Он, дядя Федя, когда сам побывал здесь и вырос в этой среде, ему бы не написать роман, если бы он все это своей, как собственной шкурой не испытал, понимаете? Mm. Вот в чем дело. Я, а это Надя, у меня сестра, а это Лиза Боярская, артистка. Она Варвару играла. Хорошо играла? Да, кстати, очень хорошо. Я их учил косить. А что, они не умели косить? Ну как, может, понятие имели, но все равно они обязаны испытать все крестьянское. Чтобы хорошо сыграть, надо все испытать самому своей шкурой. Иначе у тебя ничего не получится, понимаете? Дело-то такое. Вот они. Понимаю. Они приехали сюда, это, чтобы понятие иметь. Вот так. У дяди Феди хороший друг был Лев Абрамович Додин. Это главный режиссер. Сейчас они друзья мы были, да? Европу. Mm-hmm. Ну, сначала там это не друзья, но потом все это переросло в дружбу, да. Да. Проходите сюда. Это называется передыжье. Передыжье. Да. Ну, как бы передизбой. Передызье. А почему передызье? Потому что как передизбой, проход. А, передизбе? Передызье. А, понятно. Ничего не понятно тебе очень-то, понимаешь? Вот если бы ты читал роман «Братья и сестры», ты бы тогда понял, там часто мелькает это слово «передызье». Дело в том, что... Но вы меня сейчас будете постоянно это... Тем сильные книги Федора Абрамова. За то, что я не читал. Потому что он всегда писал правду, только правду, понимаешь? Mm. Вот это подло там наверху, а это поведь. Вот, я Федя спал здесь. Спал здесь? Да. Да, это так приятно. А дома-то было жарко, потому что русскую печку топили каждый день. Света-то не было. Mm. А надо было приготовить завтрак, обед, ужин. И да, все это на русской печи с утра приготовляли, да, на весь день. Да. Вы поняли? Все, давай, вылезай. Не хочу. Хорошо. Зачем мы придумали эти дорогие матрасы? Сохраняйся и вот... Да, да. А скажите, коси траву. Можно мне научить? Вот это видишь? Это брусок. Брусок, да. Вот. А, это брусок. Позадевай. Им лопатят стойку. А. Тоже сделать. Ты только аккуратнее, не порань руку. Я за коньячок держи. Да? Да-да. Это не так, ты наоборот так-то затупляешь на вот так. Вести. Да. Понимаете, лезвие-то. Все, хватит. Давай. Нет. Вдоль земли. Вдоль земли надо. Правильно.
закругляйся, а то ты не прокашиваешь, видишь траву тут. А. Видишь, трубу вот так. Ну давай, давай. Хоть маленько. Пошло. День-два поучишься и научишься. Нет, труд, труд он всегда научит, понимаешь? День да. покосишь два и будешь косить. Ой. Потом ну... траву вот так раскидывать. А? Тоже этим, чтобы она сохла. Не граблями? Нет. Вот очень плохо, что ты не читал. Вот мы сейчас пойдем за доски, понимаешь? Это очень плохо. За доски? Я знаю, я знаю. За доски это кухня по-современному. Да. Когда будешь читать роман, то вспомнишь, там мать посылала все. Лизка, сбегай за доски, за хлебом, сбегай за солонкой. Где готовили пищу, там отгораживали занавеской и шкафом. И получалась такая за вот доски. Это. Да. Видите, вон самовар. Это ничего не придумано. Вон, видишь, за самоваром сидит. Да. Подожди, я еще не дорассказал. А, хорошо. Это братыня, тоже медная, кстати. Это когда праздник... Братыня. Братыня. Запомнил? Это когда праздник, наливали пиво, варили, когда в русской печи да. и сварят пиво, и оно остынет, и вот наливали сюда. Такая вкуснятина. И, кстати, в голову забирала. Не надо было никакого водка. А-а-а. Честное слово, да. Жить. Проходите. Садитесь, разговор будет долгий и интересный. А Федор как помогал вам? Ну как помогал? Он посылал нам переводы. Денег не было, жили очень трудно. Вот, например, вот. Видишь, дядя Федя посылает 200 рублей денег брату Михаилу. Здравствуй, брат, посылаю денег на расходы. Письмо напишу позже, сейчас некогда. Кстати, это рубашка тоже дядя Федя. Это да он носил, да. В этих в его рубаках ходишь, как-то легче в жизни, понимаешь? А в музей кто-нибудь приходит? Как не приходят? Приходят, но не так часто. Кстати, вот старший возраст лучше приходит, а молодежь-то, да, многие недопонимают еще. Но я думаю, придет время, просто без этого жить не будут. Без книг Федора Абрамова это вообще... Это почему? Прочитать его книгу, это что, вот я тебе сказал, родниковой воды напиться. Дядя Федя, кстати, очень любил, когда я играю на гармошке. Как-то сказал, говорит, Владимир, играй, легче жить, говорит, на земле. Да? Вот еще раз я тебя убеждаю, чем сильны книги, тем, что дядя Федя ничего не выдумывал. Он писал всегда правду, правду. Как это было? Вот это и ценится. Да, да, да. В нем. И, кстати, это ценят и за границей. Если бы не ценили, он бы такой громадный успех не имел, понимаешь? Этот спектакль «Братья и сестры». Мне вот Додин рассказывал, говорит, даже повторяли сцены, и люди уходили, плакали, понимаете? С заплаканными глазами. Вот какие эмоции. Это ведь слезу вышибти из человека. Это не просто. Не просто. Да. Чем читься, и не будет.
Ребята, мы едем в деревню Крупогоры. Там есть районная больница. И в этой больнице замечательный врач. Его зовут Петрушин. Кстати, я никогда не был в районной больнице в России. А встречает нас главный врач этой больницы. Вот да. Это территория больничного городка. Да. Вот эти здания строились в 1913 году именно как больница. Да? Вот. Нам обещают асфальт сделать. Ну вот уже начинают. Вот, так что все хорошо. Скорая быстрее будет ездить. Вот. Ну, это здание помоложе, конечно. Оно 67-го года. Снаружи деревянные избухи, да? А внутри оно все содержится так, как положено. Да. Вот. А сколько лет вы главврач? 10 лет. Так. Ну, вот это у нас рентгенологическое отделение. То есть флюорография, рентген, маммография, все вот здесь. Вот. Допустим, физиоотделение у нас, оно здесь. И то есть, получается, пациенток надо вот доставить. Допустим, тот же рентген или флюорограф, да? Идемте сюда. Получается, если очень тяжелый больной, но надо снять, пациента надо положить на ту же скорую, привезти, на носилочках вынести, если он не ходячий, да? Снять и вернуть обратно на место. Ну, вот в таком виде процедурные кабинеты, да? То есть, а еще вице, девочки, здравствуйте, вот доктор Марина Александровна. Ну, вы очень гордитесь. Ну, честно говоря, это стоило мне полжизни. А в каком состоянии вы нашли больницу? Ну, если я вам скажу, что здесь были туалеты, ну, свободного падения. Как это вбили себя там? Основной мой принцип – делай так, как ты сделал бы себе лично. Ну, вот дома у себя, да? Да. Вот. Поскольку я, наверное, человек такой, ну, немножко скрупулезный, немножко требовательный, немножко вот… Поэтому я лишнее никуда… Если я решила, что я терапию доведу до конца, я ее доведу до конца. Но в общей сложности в хозяйстве 72 здания. А как вы их проверяете, если их так много? Ну, я не вылезаю практически с колес. Каждый день я куда-то еду, куда-то смотрю. Потому что если не проверишь сам… Могут рассказать что угодно. Да. И говори, не говори, сделано не будет. Доброе утро. Вы хирург, да? Да. Я знаю, что вы владеете иностранными языками разными. Слабо знаю французский, только на уровне чтения и перевода. But you speak English very nice. Not very nice. So-so. Ну, английский, я так понимаю, это для работы, да? Английский для работы, да, в основном для работы. Все современные статьи и современные как бы руководства, они все на английском языке. И хочешь, если знать, допустим, современное направление в хирургии, там, ну, в травматологии вообще, значит, должен знать английский язык. А зачем вам это знание в Карпогорах? А почему вы думаете, что жители Карпогор, они не имеют права на современном этапе быть пролеченным, таким же, как жители, допустим, центральных областей? Говорили, что у вас какие-то изобретения свои, которые касаются именно ортопедии. Все это от нашей бедности. Существуют различные аппараты, но поскольку нам они недоступны, мы вынуждены что-то изобретать так свое, которое бы как бы в какой-то степени их заменило. Вот. И не секрет, что сельская медицина, она ведь как это, как падчерица, понимаете, вот так как бы, не родная дочь. Я так понимаю, у вас команда в больнице. А мы еще и однокурсники. Да ладно? Да. Да, мы вместе. Где вы учились? В Архангельске. В Архангельске. Серьезно? Мы на одном курсе мы учились. Мы на одном курсе учились, да. А вот как. И вот практически чуть не 40 лет, наверное, работаем здесь. Да. Но было понятно с тех времен, что прямо что у него будет таким… хирургом. Да, это было понятно. Было понятно, да. А что он будет таким хирургом? Прям… Но он же упертый. Ага. Значит, вот будет таким. У нас район 32 тысячи квадратных километров и практически 400 километров вот протяженных длину. Да? У нас 2 участковые больницы, 3 врачебные амбулатории и 36 ФАПов. Фельдшерско-акушерских пунктов. Да? То есть 36 на 10 ФАПов у нас нет сотрудников. Но они вышли. Пустые, что ли? Да, они пустые. Боже. Они готовы к работе, но они пустые. Потому что молодежь не едет.
Нужно две вещи. Современное оборудование и грамотные специалисты. Вот это все будет вместе, и больше ничего не надо. Но если грамотные специалисты будут мало платить, то он быстренько уйдет туда, где ему платить будут больше. Если бы были дороги... Вот, да, вот да, это вот... Если бы были дороги, туда. Потому что сейчас виновато здравоохранение в том, что нет дорог. Ну, так, по большому счету, понятно. Да? Вопрос ведь, вот, допустим, лесовозы пойдут, да, и колея будет выше колена. Не проехать. И тогда в таких случаях что вы делаете? Ну, мы едем. Но если бы так бы мы 2 часа затратили, да, а тут мы 7-8 часов будем ехать, да? А сколько у вас операций бывает в день? Ну, сегодня одна, а завтра еще одна будет. А. Будем перебирать мужчину, аппарат Ализарова будем делать. Его... Какой операция? Аппарат Ализарова, который накрывается при переломах. А-а. Пациента напал медведь. И его, как говорится, сильно-сильно подрал. В том числе я перекусил ему руку, предплечье. Боже мой. Медведь, он, возможно, большой. Вы пока подождите немножко, ладно? Да. Вот это, наверное. Ну-ка. О. Это, да? Да-да-да. Чтобы оно как-то мокрое было. Это стерилизация, да? Да, обработка. Еще есть немножко. И там нога стола. Это ртом взяла, да? Да, зубами, клыками. Закусила, да? Ну, закусил и сломал. Понятно, понятно. Получается, у нас там сломанная кость. Сломанная. Вот, которая там. Да. Если его хотят снять, позвать его. А если его хирурги хотят? Не, нормально. А у вас инструменты строители, да? Нет, это вот это вот у нас строители. А. А то это все не строительное. Да, у нас вот была вода. Медицинская дверь, но она сломалась. А. Вот поэтому мы должны воспользоваться строительными. Медицинская стоит 10 раз дороже. И они делают то же самое. То же самое. И также стерилизуется. Но слово медицинский сразу же 10 раз увеличивает стоимость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это же эти, да. Тут флаконы. А, да, это тюбики, это крышки. Ну да, крышки от флакона. Вот эти вот прижимаем. Гаечки там. Гаечки? Ну-ка, сейчас поменяем. Так-то они комплектами вот к аппарату эти вот, ну вот гайки тут, да? Ну, иногда не хватает. Да, и ломаются они. Да-да-да. Тогда, значит, вот приходится обычными заменять. Угу. Так, посмотрим. Ничего? Ну, вроде нормально, да? Ну, как детский конструктор. Убирается. Именно. Да-да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На восьмую. Так. А это надолго будет? Ну, если это нормально, 6-7 недель надо ходить. А, 6 недель, да? Сначала надо потянуть ее по длине, вот так. Ага. Она будет с другой стороны. Потом вот это вот туда подвинуть. А потом упустить. Вот так. Как вы чувствуете? Нормально. Все хорошо там. Все? Спасибо. Все, закончили? Все. О. Спросить, да? Честно, ну честно, чувство ваше, что лучший врач России, ну, награжден. Ну, я, работает, конечно, так я в 11-м году был. Вот, работает с стройматериалами, это, ну, честно, ну, как... Ну, а что я могу? Я могу с чем-то изменить ситуацию?
Вот, не может, может, может быть, не можете. Мне, да, конечно, жалко. Но есть такая японская пословица. Когда носорог смотрит на Луну, он напрасно тратит цветы своей селезенки. То есть то, что ты не можешь изменить, сожалеть об этом бесполезно. И расстраиваться тоже не стоит. Спасибо, что приняли вас. Сюда, все-таки. О. У нас домой пригласили. Да, мог понять, как поехать. Извините, но просто навигатор показывает не то, что на самом деле есть. Пытаюсь понять, как выйти из этого лабиринта, который является Карпогоры. Еще построены так дороги странно очень. Давайте позвоним Леониду Францевичу, а то он пунктуальный человек, он сейчас будет злиться очень на нас за то, что мы опаздываем. Алло, Леонид Афанасьевич, здравствуйте, это Димитрис. Добрый день. Добрый день. Леонид Афанасьевич, мы едем к вам. Вы едете, пожалуйста, по Федора Абрамова. Да, это которая с асфальтом улица? Да, которая с асфальтом. Да, и потом? И потом с левой стороны будет, школа. Специальные услуги. И там будет дорога, и увидите беседку зеленую. Хорошо, еду. Наш новый друг в Карпогорах организовал для нас баню по-черному. И самое удивительное, что никто из нашей команды не был в такой бане. И я не был в такой бане. Так, ритуальные услуги. А вот наш человек ждет нас. Здравствуйте, Леонид Афанасьевич. Я с вами. Да. Так, это надо сюда. Подождите, что у вас тут? А? А что вы принесли? Это вода родниковая из Золотого ручья. А. Будем после бани. Здесь вы, Леонид Афанасьевич, вы главный по в отделе культуры, да? Я главный по культуре, да. Везде, где мы ездим, да, есть эти местные национальности, есть эти пинежане, есть, не знаю, каргопольские, есть поморы. Пинежане, например, чем они отличаются? Пинежане – это те, кто живут по реке Пинеги. Нас иногда называют поморами, мы очень обижаемся, мы не поморы, хотя многие ходили на морской промысел. Мы себя считаем пинежанами, поэтому у нас своя как бы культура, которую мы сохранили. Пинежские песни, свои пинежские танцы, своя пинежская мифология. Я заметил, что люди не пускают нас к себе домой. Это что-то местное, прям такое. Нет, это пинежское. А раньше считалось, что как бы вот просто чужого человека нельзя пускать домой. Пустить можно чужого человека только в престольный праздник. Престольный праздник деревни. У нас вообще считается здесь, что чужаки, да, они могут нанести вред тебе, как бы вот. Как это человеку, да? Может быть, читали про пинежскую икоту. А про икоту я читал, да, что это была такая болезнь. Это болезнь, истеродемоническая болезнь. Это та икота, о которой мы все знаем. Нет, это другая икота. У нас различается двух видов. Это не майя икота или по-пинежски не муха икота. То есть, когда начинается приступ, и она как бы или падает, или у нее и человек не может говорить? Да, не может ничего говорить. Есть еще икота, которая вторая, это говоруха. То есть, когда внутренний голос говорит, чего он хочет. Приходит женщина в магазин, она вроде бы молчит, а ее внутренний голос говорит, высокий очень голос, говорит, хочу, купи сахарку. Да ладно? Да. Ее сажали, икоту. Были специально. А кто сажал-то? Колдуны. Считалось, что колдуны, которые не из своей деревни. А, чужие? Да. А у вас сейчас колдуны такие есть? Считается, что нету. Что вы имеете в виду, считается? А в реальности? А в реальности люди носят булавки. А где они носят? На одежде. На одежде? Да, чтобы тебя не сглазили. Хорошо, а колдун какой-нибудь есть, вам известный, например, который, ну, никому не говорит, что он колдун?
Дело в том, что вам никто не скажет. Но вы между собой как бы знаете, кто колдун, кто не колдун. Я не знаю. Вы говорите, нет, это неправда. Так, давайте в другую тему уйдем. Вы боитесь, да, колдунов? А? Вы боитесь колдунов? А любой человек боится колдунов. Шардамень. Да. Шарданем. Да. Нем – низина, низкое место, а Шарда под ним – это темная река, под другим – это узкая река, в переводе с угрофинского языка. Женщина в народном? Да, Елена Петровна. Почему вы всех одеваете в народных костюмах, чтобы нас встретили? Так, потому что у нас вот эта традиция. Здрасте! Здравствуйте! Куда мы идем? Мы в байну мою идем. Да. Димитрис. Елена. Очень приятно, Елена. Елена Вдовина. Амбар это у нас строили позади деревни. А думаете, почему? Это от пожаров. А, это от пожаров вот так да. Вдали, да? Потому да. Что в амбаре-то ведь все добро хранили. Зерно, а, хлеб. Это ступеньки. Это ступеньки. Боже мой. А их используют до сих пор? Их до сих пор используют, да. Здесь всегда было зерно. Самые ценные вещи всегда были в амбаре. То есть, почему амбар это такой сейф получается? Да, своеобразный сейф. Очень много было пожаров. А, и дома... ценные вещи да. Были далеко от дома, получается? Да, да. А пожары в амбаре не могли быть? Нет, они же отдельно стоят. Тем более здесь нет печек. Но зато ты знаешь, где у хозяина ценные вещи. Можешь зайти и украсть у него. Нет, вот именно украсть, потом тебя накажет амбарник. Да. Дух амбара. Да, вы, может быть, не верите, но мы в это верим. Банник? Да. Банник – это добрый дух. Добрый. А задерих – это злой дух. Задери? Задерих. Обдериха по-пинежски. Обдериха? Да. Это кто такой? Это обдериха – это злой дух бани, который царствует с 12 часов ночи до 6 часов утра. Она является в образе кошки, и если ты ночью пошел в баню, тебя могут как бы не дождаться родственники. Такие случаи были. Обдериха задерет. Да. Да? Да. Обдериха, она вред делает только если ты делаешь это не по правилам. Например, ночью-то в баню не ходите. Да. Вот, после полуночи. А почему не мешает? Надо? Не понимаю, почему? Потому что вот вся нечистая сила ночью-то в баню моет. Ее царство. А-а-а. Это ее царство. Да. Царство нечистой силы. Вот они там моются. К амбарам девушки-то раньше гадать ходили. Приходят к амбару, ты слушают. Чего тебе там послышалось? А? Коли услышишь, в пол веником метут, так за бедного замуж ты идти. А коли услышишь, как амбарник зерно пересыпа, послышалось, так за богатого замуж пойдешь. А? Гадать-то ходили. В эту дурочку руку-то засунешь, ты слушаешь, какой рукой амбарник-то тебя погладит. Коли голой-то рукой, так бедно жить будешь. А коли мохнатой, так богато жить будешь. Зато страху-то натерпися. Убежишь скорее отсюда. Бегом. А не дай бог чего послышаться, так и бегом улетишь. Ага. Дырочка, ну, дырочка-то это дырка для кошки. Для кошки. А, для кошки. Чтобы кошка там мышей ловила. А ножки-то, А-а-а. Посмотрите, какие амбарные. Все говорят, избушка на курьих ножках. Так вот она потому и на курьих ножках. Такие ножки-то резные делают, чтобы мыши не залезли в амбар. Да добро-то не погрызли там. Пойдем в баню тогда? Надо идти. Да. А то уже выступила баня, это ведь давно выступила. Баня по-черному, это более старый стиль, да? Это самые первые бани, самые которые первые бани. Были, да. Баня-то по-черному топится. Вот черная. А думаете, почему? Почему? Потому что дым отлезет не в трубу, а в двери, да в окошко, да в дымник немножко. А. Вот это наверху-то, это дымник. Дымник. Это не труба, это дымник. Это дымник. Деревянный дымник сделан. А трубы-то в этой байне нету. В баню-то заходишь, так попроситься надо. Панна хозяюшка, пусти нас помыться, пожариться, попариться. И она никакого вреда не сделает. Банная хозяйка, пусти нас пожариться, помыться. Но мы сейчас будем черными. Хорошо. Но душ есть у вас?
Духа нету. Мы же живем в деревне. Баня по-черному, она вылечивает все болезни. Дезинфицирует. Приятно очень. Ой, хорошо. Пенническая мочалка. Это травяная мочалка. Вот тебе грех. Вот тебе. Вот. Да ты знаете что? Можем выйти и спеть что-то пенническое. Сейчас вот именно вот так вот. В этом настроении. Вьется речка Пинега в северном просторе, над тобою Пинега, золотые зори, лес зеленый с позаранку. Самой речке клонится, и живут там пенежанки, всем парням бессонница. Thank you.